Здравствуйте, дорогие подписчики. Мы находимся на Садоводе, на линии 29, павильон 59, итальянская сумка у Аксона. Здравствуйте, Аксоночка. Здравствуйте, Рахим. Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Получили товар. Кстати, наблюдаем. Что ж там? Вот. Так, сейчас, секундочку, подождите, пока не трогайте, потому что здесь будет это, сейчас где-то вот это открывайте, Наврус открывай, где-то должен быть три штуки в пакете, вот они отдельно, я сейчас объясню. Так, вот эти... Нет, смотрите. Вот я сейчас покажу, почему. Вот эти, ну, сейчас по ценам все. Подождите, расскажу. Это премиальное качество. Качество премиум. Да. Вот они идут. Сейчас я покажу. И все. Видите? Все хорошо. Все нормально. Вот на этих трех сумках, вот эти три, я попросила, чтобы отдельно. Видите? Это просто, ну, когда делали, коснулась молнии. И, видимо, ну, может быть, придавилось или что-то. И он пытался еще, сам этот хозяин фабрики, затереть. Да, он говорит... Ну, клиенты это торгуют, они в duty free вот этими сумками. Да, принесли, он говорит, ну, как бы их невозможно продать, говорит, подешевле. То есть вот эти у нас идут 9500, вот эти 4, вот эти 3. Я сейчас покажу, что здесь есть, они по 5500. Только вот из-за этого. Ну, он попросил, говорит, возьмите под вот эти вот 3 под сток. Потому что я говорю, ну хорошо, я говорю, попытаюсь продать. А, здесь вот совсем, да, под клапаном, потому что он говорит, стоит чужой бренд, мы, говорит, не можем. Ну, как бы, здесь даже на фурнитуре. Но они стоят больше 20 тысяч, duty free их продают. Здесь вот, видите, просто вот, ну, что-то как-то, видимо, пошло не так. Вот, показывай, вот, я показываю сразу, вот. Здесь все идеально, то есть, ну, это даже не дефект ни сверху, ни по коже, нигде. Это идут брендовые, да. Это брендовые, да, это свой запатентованный чей-то бренд. Я говорю, это женщина, она в duty free торгует. Вот у них бирочки, все по штрих-кодам, да, все есть. Поэтому эти 9500, эти 5500, только из-за этого идет вот такая вот. Вот я показала на трех сумках, что, да, вот это убираем, кому надо. Ну, то есть, потому что часто я прошу, чтобы мне клеймо поставили чужой там тайм или Республика Флоренция, или это. Ну, вот он попросил, ну как, попросил просто. Не то, что, ну, он говорит, если есть возможность, я говорю, ну хорошо. Да, то есть, нету, только под клапаном. Да. Он говорит, я сделаю, говорит, ну, скидку. Я говорю, ну, на эти три хорошо сделаете. Я говорю, попробую продать. Я говорю, по такой цене, в любом случае, премиальное качество шикарное. И за 5500. Это именно, что вот вы видите, все, в каком все мы показали. Да, здесь все. Знаете, все идеально. Здесь нет. Так, вот эти 10500 и 5500. У нас все по-честному. Никто никого тут не обманывает. Все показываем. Так, давайте. Режу убираем. Господи, еще пооткрывали. Эту не Алла открывает. Давай. Давай уж пакет их сразу кинем. Их даже те сфотографируешь в Телеграм, эти даже в Телеграм на Урус не нет, их или здесь продадим, или, ну, на отправке.
эти 7500. Да, это новенькие модели. Новинки. Да, вот новинка. Смотрите. С обратной стороны карман. Здесь, смотрите, вот так вот карман тоже идет. Сейчас примерю. Смотрите, вот я показываю, вот она в бедре, видите, даже на куртку. Классные, хорошенькие. Цена 6200, опака идет кожа, хорошая, да. Красный еще нет, открыли, тогда убираем. Белый не открыли, бежевый. Давай. Да, вот этот цвет мне нравится. Ой, вот этот красивый тоже цвет, сочетание очень хорошее. Вот здесь еще отстегивается, если вдруг, видите. Давайте, уже да, достаточно. А, вот такая вот, 12500, здесь даже тайм поставили клейму, только в черной, и такая пака идет кожа. Матовая. Подождите, давайте покажу, так черный, идет марма. С рыжим, зелень с коньяком, шоколад, красный с коньяком, рыжий. И идет такой цвет, как куркума, даже не горчица, это куркума. Да, цвет куркума идет с коньяком. Так, давайте вот эти. Зелень с коньяком, куркума с коньяком, синий с рыжим, рыжий. Идет, да, вот этот идет опака цвет, коньяк. И 9500 еще есть. Здесь у нас длинный ремень, перегородка с обратной стороны карман. Это премиальное качество. Телеграмма не есть, это, ну, выбирала цвета. И это следующее. А, подожди, это... Давайте. Подожди, Навруз, их надо. Тогда надо вот эти вот сюда. Да. Сейчас я сделаю, подожди. Вот эту давай, вот так вот давай. Так, эти. И вот эту. Давайте два планшета. Планшеты 9500. Замер я сейчас сделаю. И маленьких, и этих надо. Так, все, убираем. Оставьте мне один планшет и одну вот такую сумку. Давайте на этой сделаем. Вот эти очень хорошие. Так, 22. Четырнадцать. И дно у нас... Будет 5. Так, это у нас идет 26, 23. Здесь, наверное, 3-4. 16 метра 4, наверное, такое идет. Саня, просьба. Покажу, что вот она. Премиум.
Видите? Вот у них даже своя печать идет, да. Дают полностью, и внутри все идет свое клеймо, и на фурнитуре, видите, Тоскана. И здесь мы здесь все убираем. Дай мне, а ты дальше открывай. О, смотрите. Угу, тайм. Цвета. Ой, шикарно. Шикарно. Бирочка упала от этой сумки. Подвесите. Потом какой-то. Смотрите. Карман. Ой, здесь карман. Здесь это для тайма отшивались. Они ставят ему сюда. Я говорю, нам надо товар лицом сюда поставить. Он говорит, есть же там. Я говорю, нет. Так не пойдет. Это вот именно, ну, уже готовые. Им же сразу ставят прям на заготовке к нему, да, не на готовое изделие. Это я. Ну-ка покажи. Одинаковый. Это тоже для тайма. Один выделили, не дали больше. Сейчас я на самую. Вот этот. Да, это для них. Почему я говорю, я потом, ну вот они просят иногда, где-то, ну, остается там с клеймом чужим, где-то, говорит, берете, ну, конечно, потому что они всегда идут на уступки, а мы вас, девочки, радуем. Ну, это такой планшет, такой вот. Прям кожа такая глянцевая, красивая. Цена 14 500. Там рюкзаки у нас. Так, дальше. Эти портфели, это я сейчас покажу. Один рюкзак. Открыто, потом внутрь заходите. Кожа Crazy Horse. Это 25. О, попробую закрыть его еще. Сейчас. Пока новые, да, разрабатываются еще так. Пакеты достаньте или ладно, потом. Цена 2500. Давайте рюкзаки. Клеймо есть, здесь стоит. Так, эти у нас 2500. Тайм стоит клеймо. Да. Шикарные вот эти тоже тайм. А что у нас все не войдет? Давай вот эти.
Алла, убирай так. Вот это убирай рюкзак. Вот этот. Так, вот этот у нас рюкзак красивый. Подожди. А, ну давай это. Вот эту модель. Вот они три. Как раз. Так, все, 20 500, 18 500, все. Сейчас давай на вру. Портфель дайте, я покажу. Этот. Этот портфель шикарный. Портфель 20 500. Угу. Ремня нету. Нету? Ремень, потому что я брала их это, напомните мне, буду работать. Так, ну он, ремень я дозакажу. Они же их, я прям забрала их, еще их даже не набивали, только-только, ну, лежали отшиты, забыли ремень. Обязательно надо. Ремень и ключ. То есть этот пока продается, дозакажу. Это вот так вот. Ну, я говорю, там лежат еще. Так, вот эти у нас 8200. Вот красный цвет. Смотрите. Да, все их закончились цвета. У нас рюкзак такой. Видите. Можно и сумкой, можно и рюкзаком. Потому что портфель, я говорю, они еле дали один. Ну, ремни отдельно, видимо. Шили, ладно. Ну, давайте замер я сделаю. Такие планшеты этого. Это прям? Да, это убираю. Эти же были у нас. 30. 27 18 ой 8 с половиной. Портфель 40. Тридцать. Ну и дно здесь, конечно, 5, можно и на 10 растянуть. Так. То есть вот в этот, вот я еще раз говорю, пока он у нас не продается, дозакажем все. Надо главное, чтобы цвет дать. Нет, а они знают, у них же это, я покажу, я сейчас сделаю сразу фото. Потому что я говорю, их брали, их еще, они там даже не были собраны. И же собирают ремни, потом это все-все, это для вот этих. Видишь, он даже не хотел его давать, выпросили еле-еле один портфель. Еле-еле один выпросили, поэтому... Ну да. А, все, на этом все, девочки. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наш Telegram-канал, на канал Шопинг с Рахимом. Все, всем пока.